1 января всех любителей бега ждут у центральной елки столицы. Там состоится праздничный забег обещаний. Длина забега 2024 метра. Наталья Ткачук пообщалась с организаторами. Утром 1 января любители бега собираются на площади Суворова. Вместо поедания оливье и селедки под шубой у них новогодний забег. В 12 дня у главной елки старт. Здесь же финиш. Бежать можно всей семьей и даже с собакой. Будет не тяжело, потому что тут дистанция небольшая, там 2 километра всего лишь. То есть мы собираемся возле центральной елки, бежим до гребной базы и обратно. Приходите с детьми, потому что будет волонтер, который будет всегда на месте. Можно будет раздеться, оставить свои вещи. Там же потом будет горячий чай, то есть мы всех угощаем мандаринами, печеньем. Организаторы называют новогодний забег «забегом обещаний». Что это значит? Всем, кто участвует, раздадут специальный номер, на котором надо написать обещание самому себе что-то сделать или чего-то добиться в новом году. Если осилите заявленные 2 километра, сделайте шаг навстречу своему желанию, говорят организаторы. Вдруг кто-то решит с 1 января заняться спортом, даст себе зарок, и утренние пробежки станут привычными. Мы каждому выдаем номерок. Мы уже их распечатали, они такие цветные, красивые. Там логотип нашего мероприятия «Забег обещаний» и место для того, чтобы вы написали свое обещание себе. Этот номерок остается у вас. В принципе, больше ничего не нужно. Единственное, что зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте. Есть общий сайт всего этого мероприятия. «Забег обещаний» не единственный в этот день. В 9:30 утра стартует «Оливье Ран» для тех, кто рассчитывает на свои силы и сможет осилить более внушительную дистанцию – 18 километров от столичного моста и до Кицканского плацдарма. В Рыбнице 1 января тоже будут бегать. В 2 часа дня любители спорта побегут в центре города 2 круга по 5 километров. Наталья Ткачук, Владимир Погоня, ТСВ.